В Афинах более 30 тысяч греков вышли на всеобщую забастовку. Люди не согласны с реформами, которые несколько месяцев назад принял премьер-министр. Алексис Ципрас подписал соглашение о финансовой помощи. Новые меры будут предприняты в обмен на транш. Для этого необходимо сократить пенсии, повысить пенсионный возраст, увеличить налоги. По мнению граждан, власти должны найти другие пути выхода из кризиса и не сокращать зарплаты и пенсии. Во время манифестации произошли столкновения с полицией. В столице приостановлена работа метро, в аэропортах отменено большинство рейсов. На данный момент мы, пенсионеры, не можем позволить себе нормально жить. С нас довольно сокращений. Греческий народ должен сплотиться и выйти на улицы бастовать. Ведь ситуация в стране будет только сложнее.